Я хотела бы представить вам соведущего церемонии, актера и режиссера Егора Климовича. Спасибо, Даш. Знаешь, из твоих уст это звучит особенно приятно. Спасибо. Добрый вечер. Даш, знаешь, я вот тобой тут любовался, и мне тоже так захотелось подержать в руках главный приз. Мне кажется, мне он больше к лицу. Призы кинофестиваля «Золотой и серебряный святые Георгии» изготовлены ювелирно-часовой компанией «Шопар». Также на Московском кинофестивале вручаются специальные призы Оргкомитета фестиваля. Специальный приз «Святой Георгий за выдающийся вклад в мировой кинематограф». И специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю, Константин Станиславский». Ну что ж, все призы названы, участники фестиваля уже не сводят с них глаз. И нам пора начинать церемонию открытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Мы начинаем! Кино начинается с истории. Документальное кино – это память, которая бережно хранит для нас историю в фактах. Мы представляем жюри конкурса документального кино, которое в этом году будет также оценивать конкурс короткометражных фильмов. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в документальном кино совершенно особое место занимают кадры военной хроники. Сегодня особенный день. Сегодня 22 июня. День, когда началась самая ужасная за всю историю России война. Наша страна одержала победу, но бесценные кадры великих документалистов, таких как Дзига Вертов, Михаил Ром, Роман Кармен, помогают нам помнить о том, какой ценой досталась победа, и помнить о тех, кто остался навсегда лежать на поле боя. И сегодня в память о всех погибших, о тех, кто никогда не вернется домой, мы хотим представить вам новую песню, которая называется «Верните память» в исполнении великолепной Наргиз Закировой. Встречайте. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Наргиз Закирова, премьера песни. Спасибо вам большое, спасибо. Наргиз. А сейчас мы хотели бы пригласить на сцену автора этой песни. Российский дипломат, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Красивая женщина и прекрасный человек Мария Захарова. Спасибо. Спасибо. Итак, фильмы-участники нам уже известны. Ну, а мне, например, не терпится приступить к просмотру. Но кто из них станет обладателем главного приза фестиваля, решать не нам. Через несколько минут мы узнаем состав жюри основного конкурса 39-го Московского международного кинофестиваля. А пока мы приглашаем на сцену нашего гостя, который на вопрос «Как вас представить?» всегда отвечает как Челентано. Любимец женщин Артур Итальянович Пирожков. Челентано.
Дорогие друзья, спасибо за ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Спасибо, мне очень приятно. Вы знаете, я не случайно вышел на эту сцену. Я поздравляю вас, Никита Сергеевич, с фантастическим фестивалем. И, конечно, я не просто так вышел. Я вышел, чтобы представить вашему вниманию члена жюри 39-го Московского международного кинофестиваля фантастическую и неповторимую Арнеллу Мутти. Пожалуйста, громче! Арнелла, где вы? Арнелла, сей белиссимо. Сей перфетто, Арнелла. Арнелла, дольче вита. Арнелла, I love you. Франко Нео, мне неприятно. Мне неприятно смотреть эти грады, потому что вы понимаете, сколько я украл в свой среди чужих и кого я там играл. Франко! Именно поэтому. That's exactly why. Пойдем на корт. Завтра будет показана картина с участием Франко Неро «Смерть шейха». Я пошел. Спасибо. Ну что ж, друзья, 39-й Московский международный кинофестиваль открывается. И каждый год от него ждут новых открытий. И каждый год они непременно случаются. Уважаемые члены жюри, вам предстоит нелегкий труд выбирать лучших из лучших. А мы желаем всем гостям фестиваля ярких впечатлений и интересных встреч. А участникам удачи и побед.